Итак, всем привет! Сегодня мы путешествуем по Тульской области, поселок Рождественский, стрелковый клуб «Цитадель». Но он не только стрелковый, там есть и другие интересные развлечения. Мы сегодня их все запечатлим, и я вам про них расскажу. Вот так выглядит въезд в эту цитадель. Закос под крепость древнерусскую. Вот видите, здесь вот скалы по краям. Это мы находимся внутри ныне не работающего карьера Рождественский. Это Тульская область, Ленинский район. Здесь мы попробуем, посмотрим на веревочный парк. Мы в том году там уже лазили. Там три уровня: детский, средний и экстремальный. Но средний экстремальный мы не без труда, но прошли. Вот здесь стреляют из ружья любители. Мы тоже мимо этого места будем проходить. Даже свадьбы справляют. Вот такое вот интересное местечко. Ребята стреляют, занимаются спортом. Мы сейчас тоже займемся. Попробуем пойти по пути короля Артура из Камелота. Выдернуть меч из камня. Ну что, возможно, сейчас увидите будущего правителя России. Походу не сегодня, ребят. Серьезный меч. Серьезных ребят. Банкетный зал здесь есть. Вон там красивое место. Свадьбы проводятся. Вот, сейчас мы отправимся к веревочному парку и троллею. Покажем вам их. Итак, мы в цитадели, уже находимся внутри, на территории. Тут охранник подошел, попросил лишний раз не снимать, но если ты за что-то платишь, то снимать можно. А так, типа, съемка платная, имейте это в виду. Вот такой вот веревочный парк. Три уровня у него. Скалодром. Насчет скалодрома не знаю, рабочий или нет, но веревочный парк точно рабочий. И третий уровень в прошлом году дался мне большой кровью. Троллей мы сейчас снимем чуть попозже. Мы на велосипедах проехали километров 17. Устали, хотим кушать. Вот сейчас будем пировать. Здесь беляши. Вон еще тепленькие. Вот такие вот тут милые беседочки. Даже мангалы есть. Смотрите. Какая-то рогатка. Конкурсы. Здесь выпускные, кстати, проводятся. И вот там за деревьями наверху и за деревьями внизу есть домики. Но мы туда подъезжать не будем, смысла особо нет. То есть эти домики можно снимать и там жить. Например, ты приезжаешь как в гостиницу на пару денечков. Вкусно? Очень. Обедаем. Сейчас мы испытаем троллей, но, к сожалению, это буду не я, потому что я тяжелый, 97 килограмм. В данный момент троллей позволяет только 80-килограммовым людям съезжать. Поэтому мы нашли добровольца, который весит меньше 80 килограмм. И вот эта вот дама поедет вот с этой замечательной башни. Да, надо включить героическую музычку будет потом. Вот такой вот получается подъем, высота третьего этажа, и снимать будем с моста. Сейчас. Давай, вперед, пошла. Даже здесь сложно. Вот так вот. Здесь, вот в этом месте, есть стрельба из лука по мишени. В том году цена была 10 выстрелов, 200 рублей. В этом году не знаю, не интересовался. Вот снимем панораму этой башни, откуда будет совершен спуск девушки на троллее. И вот она туда вниз поедет. А мы будем видос снимать с моста. Ну, в общем, место, ребят, классное. Приезжайте, отдыхайте,
развлекайтесь. Если любите стрелять, вам тут тоже понравится. Сегодня, кстати, проводятся здесь какие-то соревнования по стрельбе. Возможно, поэтому все такие занятые, деловые, охрана на нервах. Вот там, в той стороне, что я сейчас снимаю, впереди, вот тут, где стоят автоматы для запуска тарелочек, и оттуда же люди эти запуски тарелочек с ружья снимают. По горам там лучше не лазить, а то дробь получите. Сейчас будет спускаться ребенок. Снимем, как смелая девочка. Понеслось. Девочка даже не кричит. Я бы, если честно, орал бы. Так, ну вот. Давай! Ну, понеслась. Так, сейчас будет крикун. О. Ух, ее закручивает. Ёлки-палки, вот это экшен. Ух ты! Я думал, трос оторвется. Да, ребята, вот такое местечко мы забрались. Пошли в цитадель полюбоваться красотами. Вот. И рядом с карьером обалденная дорога. По ней просто невозможно ехать. Поехали, попробуем. Кошмар. Кошмар. Вот. Далеко не вышло, да? Все, приехали. Я, походу, тоже приехал. Да, велопутешествие превращается в пешую прогулку по бездорожью. Все. Так, ну вот. Часть пути придется нам, наверное, вот так преодолевать. Любители квадроциклов раскатали тут дороги. А нам немножко не повезло. На карте эта дорога выглядела более привлекательно. Начнем с отсюда. Пробираемся, да? Ой! Подожди меня. Наша добыча. Лежали на дороге и ждали нас. Ну, как говорится, и на том спасибо. Погнали. Форсируем болото. Твою мать-то. Нога утонула у девочки. Хорошо, что я сказал тебе одеть плохие кроссовки. Как вам? Как вам, ребята? Шикарно. Она потяжелее, а ты велик сама тащи. Вот такая вот промоина в дороге, смотрите. Такая вот лесная дорожка у нас на пути. Шикарное место.
прогуляемся по лесам, полям, оврагам. И вам советую. Будем через чащу пробираться. Видимо, была буря, деревья упали и тропу лесную загородили.